1994 году международное сообщество попросило Демократическую Республику Конго принять людей из Руанды, тех, кто нес ответственность за геноцид в Руанде. Когда они приехали, они продолжили убивать конголезцев, и они до сих пор убивают конголезцев. Теперь у нас много вооруженных групп, и конголезские вооруженные группы тоже убивают людей. Они нападают на всех. И когда они нападают, они забирают людей в рабство. Они приводят всех этих людей в лагерь. Без еды, без одежды. И все время приходят насиловать их. Каждый ополченец приходит насиловать их. А иногда они говорят, что их заставляют насиловать друг друга. Даже если вы мать, ваш сын может изнасиловать вас. Его заставляют это сделать. Теперь они привносят насилие во все провинции. Война продолжается. До сих пор. Когда вооруженные группировки приходят в деревню воевать, они используют тело женщины как поле боя. Им нужно показать, что власть принадлежит им. Никто не может сказать им «нет». Это используется как оружие. Они насилуют, избивают, режут. Могут порезать тебя мачете. Да, у нас есть хорошие законы для защиты женщин, но проблема в применении этих законов. То, что происходит здесь с нами, это ненормально, это неприемлемо. Сотни людей убиты, но СМИ об этом не говорят. Я была журналисткой, и многие из них знают меня. Они знают, как я работаю и доверяют мне. Когда они приходят ко мне, они знают, что могут безопасно рассказать свою историю. Я начала документировать все это насилие и отправлять информацию в ООН. И я просила их приехать и посмотреть, что происходит. Мы передаем эту информацию и встречаемся с некоторыми экспертами, такими как судьи и врачи, и мы информируем женщин, мы обучаем женщин. В 2000 году мы создали Софипади, женскую солидарность за интегрированный мир и развитие. А в 2007 году мы создали фонд конголезских женщин. Когда они приходят в наш офис или в наш медицинский центр, мы оказываем им комплексную поддержку, медицинскую поддержку, психологическую и юридическую поддержку. Мы платим школьные взносы за детей, которые родились в результате изнасилования. У каждого есть права. Мы должны защищать их. Мы должны помогать. Мы обучаем молодых людей предотвращать изнасилование и самим говорить о справедливости. Мы превращаем жертв в проводников перемен в нашей стране. Нам не нравится, когда нашу страну называют столицей изнасилований. Нам нужно, чтобы Демократическая Республика Конго стала столицей солидарности.